С любовью, Леонард. Чмоки-чмоки. Я ненавижу эти все эти ваши чмоки-чмоки. Чмоки-чмоки, что это? Зачем я это сказал? Все, мультфильм нет смысла смотреть. Фанаты популярной игры Angry Birds ликуют. К десятилетию ее появления в кинотеатрах по всему миру стартовал прокат второго полнометражного мультфильма с полюбившимися героями. Фильмы, снятые по компьютерным играм, давно не в новинку. Подобная кинопродукция производится с конца 80-х прошлого века. Компьютерная игра про конфликт птиц и свинок, созданная разработчиками из Финляндии, демонстрирует феноменальные продажи с момента своего выхода в 2009 году. Яко Исало, главный дизайнер, также один из птиц-разработчиков. Именно Яко Исало был единственным, кто стоял за окончательным концептом игры. Именно он и придумал вплести в игру физику. Так родилась идея веселых круглых птиц в качестве ядер для разрушения различных построек. Также именно Исало предложил ввести в игру противников зеленых свиней. Напоминание о бушевавшем тогда в мире свином гриппе. В Швеции игра вышла на первое место благодаря интервью лыжницы Ани Парсон, в котором она сказала, что играет в Angry Birds, чтобы расслабиться перед соревнованиями. В апреле 2010 года игра возглавила чарты США. Теперь оставалось выйти на первое место в мировом App Store. Это получилось у Angry Birds спустя пару месяцев. А в августе 2010 года игра вышла на новую платформу, на Android. Простенькая, но увлекательная игра была установлена свыше 3 миллиардов раз. Неудивительно, что разговор об экранизации возник достаточно давно. Режиссером анимационной приключенческой комедии стал Туроп Ван Орман, известный по сериалам Cartoon Networks. Удивительные приключения Флэпджека и Время приключений. Для него фильм Angry Birds 2 в кино стал дебютом на большом экране. На русском языке главную роль озвучивали известные российские артисты. Александр Ревва воплотил образ могучего орла. Тимур Родригес подарил свой голос канарейке Чаку. Сергей Бурунов исполнил свинку Леонардо. Ирина Горбачева озвучила Зету. Лиза Арзамасова говорит за Сильвер. Первый фильм Angry Birds в кино собрал в прокате более 350 миллионов долларов, значительно окупив бюджет. Вторая часть популярной ленты обещает быть не менее прибыльной. Фильм стоит посмотреть всей семье, возрастной рейтинг картины 6+. Среди знаменитостей, которые признали склонность к игре, Конан О'Брайен, Анджелина Джоли, Кайли Минок, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, Джастин Бибер и прочие. Было подсчитано, признаюсь, я понятия не имею, как они вычислили эту цифру, что люди по всей планете тратят 200 миллионов часов в день, играя в Angry Birds. Об Angry Birds говорят все, даже физикам не дает покоя реалистичность траектории полета, получившихся в игре. Что уж говорить об экологах, для которых издевательство над бедными животными на экране iPhone кажется непростительным грехом. А что вы думаете о Angry Birds? Играете ли вы ее до сих пор? Обязательно пишите в комментарии. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем удачи, пока-пока.